Медики Петродворцового района получили урок от ведущего специалиста профильного комитета. Главный внештатный детский иммунолог Сусанна Харит напомнила коллегам о преимуществах вакцинации. Плюсы и минусы прививок, необходимость убедить пациентов их сделать, а также далеко не всегда благополучные итоги пренебрежения профилактикой. Сусанна Харит уверена, предотвратить болезнь гораздо легче, чем с ней бороться. Нужно объяснять людям, что при запущенной болезни даже врачи порой оказываются бессильны. Потому что дифтерию мы лечим сывороткой лошадиной, столбняк. То же самое, от этого можно заболеть еще больше. Корь, паротит, краснуха – это инфекции вирусные, у нас нет специфической терапии. А если заболевает женщина во время беременности, это уродство ребенка. Часть прививок бесплатная, но, например, защита от менингококковой инфекции стоит денег. Этот недуг не слишком распространен, но, тем не менее, от него умирает каждый десятый заразившийся.